Всем привет! Давайте сегодня продолжим рисовать знаки дорожного движения. Сегодня мы нарисуем знак, который обозначает крутой спуск с уклоном в 12 градусов вниз. Давайте приступим. Так, этот значок имеет треугольную форму. 3, 7, 3, 6, 7. Сначала мы нарисуем такой равносторонний треугольник или равнобедренный и закрасим вот эту его рамку в красный цвет. Вот так у нас вот получается. Этот знак ставится, когда вы, например, едете вниз горы, и вас предупреждают, что сейчас будет спуск с уклоном в 12 градусов. Вот так у нас треугольник получился. Отлично. Далее нам нужно взять черный фломастер и нарисовать вот такой уклон. Сейчас давайте его сразу же закрасим. Вот, как бы треугольник внутри треугольника, еще один. И вот так сейчас мы его быстренько будем красить. Так. Вот так у нас получилось. И вот здесь нам нужно написать цифру 1, 2, 1 и знак процента. Вот так. Так, давайте еще нарисуем столбик и закрашу его. Все значки, почти все значки стоят на столбиках. Вот такой значок. Всем спасибо, ждите новых значков. Пока-пока.